Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, я приветствую вас на канале про цветок. Начало октября, приятные погожие деньки. Сентябрь 2018 года выстоял просто прекрасный. Большая половина сентября была настоящим летом. Что ж, понадеемся, что октябрь будет тоже очень приятным. Одной из последних по срокам созревания плодовых культур является калина. Калина по праву завоевала большую популярность и в России, и в Беларуси, и в других странах. Хотя она не такая сладкая и не такая вкусная, может быть, как другие ягодные и плодовые растения, однако же место найдется для нее в каждом саду. Сегодня мы поговорим с вами о полезных свойствах калины и о том, как ее применять, для чего она нам пригодится, для чего она нам нужна. Вкус и аромат калины ученые определяют как валерьяновый. Это довольно странно для плодов и ягод. Ни у одного другого фрукта такого вкуса и аромата нету. Он очень своеобразный. Ягоды калины содержат довольно мало сахаров. Хотя там есть и глюкоза, и фруктоза, и сахароза, и другие сахара. На кислоты калина как раз очень и очень богата. Это растения, эти плоды скорее можно назвать кислыми по вкусу, нежели чем сладкими. Несмотря на это, люди выращивают ее, иногда выращивают много. У нее в умеренной зоне выращивания практически нет никаких болезней. Хотя некоторыми вредителями она поражается и иногда довольно сильно. При этом калина все еще остается малоотселектированным фруктом. Это означает, что ее плоды содержат значительное количество полезных биологически активных веществ. А среди полезных биологически активных веществ можно выделить комплекс витаминов, и каротиноиды, и витамины группы В, и аскорбиновая кислота, и никотиновая кислота, и всевозможные флавоноиды, и антиоксиданты, и целый комплекс очень важных для здоровья биологически активных веществ. Калина считается, кроме того, что ягодным растением, еще и лекарственным. Дело в том, что у калины в лекарственных целях используется кора, используются ягоды, ну и иногда листья. Ну, кору с калины собирать как-то не очень хочется. А вот урожай ягод в некоторые года может быть довольно значительным. Ягоды, кроме всего прочего, до 3% содержат валерьяновой изовалерьяновой и уксусной кислоты. Как раз изовалерьяновая кислота и придает такой характерный аромат ягодам калины. Для того, кто калину раньше не пробовал, этот вкус и аромат может оказаться иногда даже неприятным. Как его только не характеризуют. И называют как солдатские портянки. И ну, какие только характеристики ему не дают. На самом же деле, когда привыкнешь, он становится привычный и очень интересный и очень приятный. И никак не может ограничивать потребление этой ягоды, ну и в лекарственных, и в пищевых целях. У калины, как у брусники и у клюквы, имеется очень важное свойство. Ее ягоды очень долго не портятся. Но если у брусники и у клюквы это связано с накоплением соединений бензойной кислоты, она всем хорошо сейчас известна, поскольку натрия бензат, такая натриевая соль бензойной кислоты, сейчас является самым распространенным консервантом в пищевой промышленности. Его кладут где надо и где не надо. Любой сладкий напиток, майонезы, иногда даже хлеб не обходится без добавления бензойной кислоты или бензата натрия. Так вот, у калины вот такие вот консервирующие свойства обусловлены другими соединениями, не бензатами. Они в большей степени обусловлены содержанием там больших концентраций дубильных веществ. Дубильные вещества придают некоторый терпкий вкус ягодам калины. Однако же они имеют свойство разрушаться после того, как ягода будет либо заморожена, либо подвергнута термической обработке. Отсутствие здесь больших концентраций бензойной кислоты, в отличие от клюквы и брусники, делает эту ягоду для меня ягодой выбора. Это связано с тем, что при термической обработке бензойная кислота в
входит в реакцию с аскорбиновой кислотой. В результате получаются очень опасные токсические вещества, которые обладают в том числе канцерогенным эффектом. Именно поэтому бруснику и клюкву лучше всего не подвергать термической обработке, а также не подвергать длительному хранению, даже в морозилке, а потреблять только в сыром виде. Калина не обладает этим таким неприятным свойством клюквы и брусники. В этой связи из нее можно варить варенье, компоты, кисели, замораживать и использовать весь тот период, который необходимо. Часто можно услышать, что от калины избавляются уже тогда, когда необходимо освободить морозилку на следующий сезон. Она, к сожалению, залежалась. Естественно, зачастую это связано с ее горьковатым терпким привкусом, а также отсутствием достаточного количества сахара. Несмотря на это, существует мой один излюбленный рецепт по приготовлению калины. Этот рецепт позволяет заготавливать калину в больших количествах и использовать эти заготовки в течение длительного времени, совершенно в разных направлениях. Этот продукт является продуктом такой домашней биотехнологии. О нем мы поговорим в нашем следующем выпуске. Ну, а сейчас я хочу, чтобы вы выращивали калину, заготавливали ее как можно больше, потому что мой рецепт можно будет использовать не только во время сбора ягод, но с ним можно работать и после длительного хранения ягод в свежем виде, а также приготавливать этот продукт из замороженных ягод. Когда вы узнаете этот рецепт и попробуете то, что получилось, этот продукт, я уверен, что диалог с вашими соседями, у которых растет вот такая калина, будет следующий. Какая у тебя калина в этом году? Какой огромный урожай? И услышите ответ. Ай, она наросла, непонятно, что с ней делать, куда ее девать, зачем она нужна, и выбросить жалко, и пусть остается висеть. Ну тогда и мне ее, тогда хотя бы половину. Ай, забирай всю. Очень хорошо. И забирайте, не прогадаете 100%. Это будет и полезно, и вкусно, и функционально, и практично, и во всех смыслах очень и очень хорошо. Ведь продукты из калины, из калиновых ягод, являются укрепляющими сердце. Они обладают хорошим мочегонным и противоотечным эффектом. Все это вместе с поливитаминностью и содержанием биологически активных веществ, приводит к тому, что калина обладает не только оздоравливающим, но и по-настоящему лечебным действием. Что ж, надеюсь, что калина теперь у всех займет достойное место, а ягоды не пропадут. Для нашего рецепта заготовьте, пожалуйста, хотя бы 1-литровую банку калины. Этот рецепт, который я вам предложу, будет очень хорошо масштабироваться. Там есть очень четкие и определенные пропорции взятия тех или иных ингредиентов. Поэтому сколько бы вы калины ни взяли, вы наш рецепт попробуйте, и я уверен, что никогда больше не откажетесь. На этом я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши выпуски. Всего хорошего! У кого на момент сбора калины такие же зеленые листья, как и на моих растениях, пожалуйста, не забудьте собрать листья калины. Листья калины содержат значительное количество арбутина. Арбутин – это ценное полезное вещество, которое содержится также в листьях брусники и толокнянки. Оно обладает ценным мочегонным и антисептическим действием, очень активно изгоняет различные инфекции из почек. Поэтому, если у вас есть проблемы с почками, либо же вы хотите сделать какую-то профилактику, профилактические чаи, заваривайте 3-5 сухих листочков на стакан воды. Такой чай будет очень-очень полезен.